Здравствуйте, друзья! Меня зовут Лейсан Гаязова, и я представляю компанию DeepGairy Minkol. Сегодня у нас очень яркое солнце, как вы видите, я не могу даже глаза открыть, но разговор не об этом. У нас опять очередная новая квартира, планировки 1 плюс 1. Находится она на первом этаже, на высоком первом этаже, не цокольный этаж. Это у нас дуплекс. Поэтому сейчас я вас приглашаю на просмотр. Давайте оценим ее вместе. Войдя в квартиру, мы с вами сразу попадаем в кухонную зону. За мной входная дверь. Здесь у нас есть видеодомофон. А кухонная зона, как вы видите, гарнитур сам присутствует. Есть ниши для установки духовки, варочной поверхности, вытяжки. Здесь должна стоять посудомойка, а здесь приготовлено место под холодильник. Сразу отмечу, что квартира требует ремонта. Здесь нужно покрасить стены и поменять полы. Вы должны это четко понимать, но учитывая то, что цена демократичная, я думаю, все равно те, у кого денежные средства не позволяют купить более хороший вариант, могут рассмотреть эту квартиру. Почему нет? Хочу подчеркнуть, что здесь у нас балкон. Он выходит на территорию соседнего комплекса, вид из него. Северная сторона это у нас, то есть летом будет прохладно. Это тоже немаловажный фактор для тех, кто прилетает только летом на отдых. Сейчас мы с вами поднялись на второй этаж. Здесь у нас спальная комната, есть свой санузел. В санузле у нас подвесной унитаз, душевая кабинка и умывальник с зеркалом. Окна этой комнаты, так же как и нижние, выходят на северную сторону. Есть небольшой французский балкончик. Ну что ж, друзья, мы с вами посмотрели нашу квартиру. Она, не скажу, чтобы просторная, но если сравнивать с сегодняшними планировками квартир 1 плюс 1, которые у нас идут в застройке, она достойна внимания. Поэтому те, кто заинтересовался этим предложением, обращайтесь к нам. Хочу также подчеркнуть, что техническая информация по этой квартире у нас будет представлена в инфобоксе под видео. Вы можете нажать галочку, увидеть там и цену, и технические характеристики. В общем, вся полезная информация там у нас предоставлена. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Лейсан Гаязова из солнечного Мерсина.